На 35-е заседание Новошахтинской городской думы вынесли 5 вопросов повестки дня. В соответствии с федеральными законами требуется внести изменения и дополнения в устав города. Депутаты рассмотрели предложенные поправки, дальше изменения будут обсуждаться на публичных слушаниях. На предыдущем заседании Думы депутат Масленников поднял вопрос о свалке отходов производства, обнаруженной вблизи Соколовского водохранилища. Виктор Александрович Солнцев рассказал о предпринятых мерах. Данное письмо, которое мы отправили, оно адресовано министру природных ресурсов и экологии Ростовской области Урбан. И будет заниматься как раз вот это министерство. Ждем ответа от Министерства природных ресурсов. Но при всем при этом хочу вас проинформировать, что по результатам письма последовала быстрая реакция, и через неделю после отправки на место свалки выезжали представители Росприроднадзора совместно с представителями администрации Краснослободского района и города Новошахтинска. В этой проверке в выезде принимали участие наши депутаты. Сейчас работа в плановом порядке, в рабочем порядке ведется. Депутаты заслушали отчет о результатах выполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества, обсудили изменения в структуру и положение об управлении образованием, утвердили план противодействия коррупции.